Здравствуйте, друзья. Сегодня мы будем распаковывать опять аудиокассеты. Вот передо мной две посылки. Вот эта посылка пришла из Сергиева Посада, Московской области. Здесь 15 аудиокассет. Куплены они были за 1050 рублей вместе с доставкой. И вторая посылка из Мытищ. Здесь 28 кассет по цене 950 рублей. Скажете, почему так дешево? Ну, потому что там не совсем все в порядке с коробочками и с бумажками, вкладышами кассет. Ну, давайте с нее, наверное, начнем. Сейчас я ее открою, заглянем вовнутрь. Потому что, сами понимаете, почему купили. А купили мы только потому, что лента сейчас дорогая. В принципе, хрен с ними, с коробочками. Нас больше интересуют сами кассеты, на которые можно производить запись. Так. Ну, состояние, сами понимаете, не просто так же нам их продали. 28 штук за 950 рублей. Поэтому коробочки все довольно-таки будут сильно уставшие. Я вот покажу, многие из них разбитые. Но нас интересует, в общем-то, больше лента. Ну и, может быть, среди них что-то интересное нам попадется. Поэтому исходим из того, что цена, наверное, все-таки себя оправдает. Так, это сюда брошу. Что нам тут попалось? Ну, Коника S60. Голстарт 90-минутный. Еще одна Коника первого типа. Так, Раксы. Сонечки. Две вот такие вот. Ехавские. Ну, я потом покрупнее возьму. Просто я для себя сейчас. Samsung. Вот. СКС-очка. Со сломанным корпусом. LG. Еще один СКС. Так, это что такое? Ну, это свинг. Как я их называю. Сплошной Китай. Ну, это 90 написано. Вот. Ну, это музыкальная запись. Сонька EF90 более свежая, но вся уже, конечно, тоже в эксплуатации сильно упала. Еще одна Сонька, Басов. Вот такой Соня. Ну, я крупнее сейчас возьму, все это увидите. Проедемся. Заодно их вскроем, поглядим. Так, ладно. Открывай. Но с самого начала было сказано, что кассета сильно уставшая. Это тоже Фуджи. ТДК-шечка и это что? За неизвестные науки зверь. Какой-то СДК. Ну, хрен знает, ладно. Так, вот это пока мы вот так вот. Я аккуратно в сторону. И смотрим вторую. Здесь 15 штук за 1050, но тут уже состояние должно быть гораздо лучше, чем в первом случае. Поэтому это мы все брали. Уже знаю, что там звезд с неба мы не получим. Ну, не важно. Так, вот вторая. Сейчас я ее вскрою и потом покрупнее покажу. Как оказалось, народ кассетами довольно-таки сейчас сильно интересуется. Вот. Новые кассеты как-то... Так. Сейчас, к сожалению, не выпускаются. А если что выпускают, то выпускаются только Китаем. Вот. И качество там ленты такое, что мама не горюй. Вставляешь в тот же техник, пытаешься откалибровать. Как правило, они калибровку не проходят. Так.
Я просто пакет экономлю, можно было сейчас его просто порвать. И мы бы быстро увидели, что там внутри лежит. Сейчас, ну должна же интрига какая-то быть. Так, поехали. Ну тут, конечно, уже получше все. Коника, Соня. Так. Интересная кассета, кстати. Ронос. Вот такой вот. CD90F. Кстати. ESP. СКС-очка. Кстати, в хорошем внешнем состоянии. Поехали дальше. Еще одна СКС-очка. ТДК-шечка. РАКС. Так. Все, там брошу, чтобы оно мне тут не мешалось. Так, сейчас я все это разложу. В принципе, вам все это покажу крупно. Коника. КДМ. КДМ. Не знаю, я вот такие вот ни разу не сталкивался. Если кто-то на них пробовал писать, пишите. Вот еще одна такая же КДМ-очка. Так, ESP. ESP. Так, а это у нас кто? Ладно, сейчас возьмем покрупнее. Это у нас... Ладно, возьму покрупнее, увидим. И еще одна СКС-ка. Давайте сейчас я все это крупно возьму. Посмотрим, прям с рук сниму, чтобы вам все было видно. Так, ну вот эти вот за 950 рублей, которые были приобретены. Коробочки сильно уставшие, вкладышей нету. Кассеты тоже довольно-таки сильно эксплуатировались. Это вот по ним видно. Вот такое вот приобретение первое. Ну вот, от этого вот вторая партия кассет. Вот, ну вот эти, конечно, в более хорошем сохране. Но они стоят почти в 3 раза дороже. Вот так я вот 15 штук 950 рублей. Ну вот, друзья, вот такие вот кассеты были приобретены. Эти мы отслушаем, почистим. Это тоже почистим, отслушаем. Ну а потом решим, что с ними дальше делать. Вот. Ну, приобретать бэушный кассет или нет, это каждый решает для себя сам, как я уже говорил. Вот эти вот обошлись 950 рублей, тут их 27 штук. Вот эти в 1050, их 15 штук. Вот, все мы их почистим, помоем, отсортируем, посмотрим состояние ленты, а потом уже решим, что с ними делать. На этом все, друзья. Надеюсь, что вам это было интересно и познавательно. До свидания, до новых встреч на нашем канале.